19 мая 2016 года в 10 часов утра на стадионе Красноярского государственного медицинского университета имени профессора Валентина Феликсовича Войно-Синецкого стартовало первенство России по мини-футболу среди медицинских и фармацевтических вузов страны. И так как мы одни из лидеров в стране по физкультуре, по спорту и лауреаты конкурса ВУЗ здорового образа жизни, было принято решение провести первенство среди лучших команд именно в Красноярске. Замечательная игра, которая притягивает и разные национальности, и все слои населения. Ампуля у вас одна из самых замечательных. Хочется победить, сыграть хорошо, потому что команда у нас уже сбалансирована, такая хорошо играем уже на городском, на краевом уровне. Поэтому, я думаю, мы можем здесь побороться за самые высокие места. Конечно, цель – привести медали и, ну, конечно, победить по возможности. Ну, жду массу впечатлений, особенно хорошее выступление нашей команды. Я за них болею всей душой. Да, конечно, ректор их хорошо простимулировал. Ну, посмотрим, что будет. Болеем против Марокко. За Красгуму. Да, мы как бы очень сами тесно связаны с футболом. Вот с таджиками каждые выходные вытугаем. Да, свое поле, конечно, придает больше уверенности, потому что мы постоянно на нем тренируемся, уже к нему привыкли. Ну, нам будет немножко проще по сравнению с другими командами здесь играть. Всем спасибо, с вами был информационный отдел Союза молодежи Красноярского государственного медицинского университета. До новых встреч, до завтра, надо было сказать. Поле очень хорошее, Красноярск тоже очень красиво, очень радовался погулять, и прием очень был теплый и радужный. Начали, конечно, играть, приигрываемся еще к поляне, сыгрываемся, ну, ощущения хорошие, приятные, что первый гол забил на турнире, как-никак влияет все это на дух как-то. Отличный город, отличная погода, прекрасное поле. И вам спасибо за турнир. Очень приятно. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.